4К телевизор LG 55UH850V позволяет использовать его в качестве беспроводного монитора для ноутбука или ПК по протоколу WiDi. Данная технология разработана Intel, поддерживается только гаджетами на платформе Intel и базируется на стандарте Wi-Fi, но ограничена трансляцией до разрешения 1080p, однако может передавать объемный звук по системе 5.1. Ноутбук или ПК должны быть построены на процессоре Intel с интегрированной в него определенной видеографикой и иметь соответствующий Wi-Fi модуль. В интернете можно найти список требуемых компонентов, но система Windows сама подскажет, если перейти в центр уведомлений и нажать на плитку «Передавать на экран». Если ваше устройство поддерживает технологию WiDi, то будет активно подчеркнутая строка подключения к беспроводному дисплею, как в этом варианте. Предварительно выбрав один из четырех вариантов проецирования, нажимаете на эту строку и из предложенного вверху списка выбираете телевизор, кликнув на его имя. Если вы ранее использовали данный протокол передачи контента, то телевизор уже будет значится в этом списке и сразу же подключится. Вот для данного ноутбука Toshiba, также построенного на Intel, но более древней версии, такой строчки даже нет. То есть возможности трансляции на беспроводный экран здесь нет. Только есть варианты подключения для проводного монитора. Для соединения впервые нужно в меню телевизора «Менеджер подключений». Выбрать иконку «Персональный компьютер ПК», далее «Screen Share», далее «Intel WiDi» и далее внизу текста нажать на кнопочку «Выполнить». Телевизор готов к приему сигнала, и он появится в списке доступных беспроводных мониторов. Теперь можно транслировать одновременно изображение и звук на внешний беспроводный экран. Данная технология удобна тем, что передача сигнала осуществляется напрямую, минуя домашнюю сеть и связанных ею маршрутизаторов, модемов и прочих устройств, что обеспечивает более высокий трафик передачи. Разрешение 4К изображений, предварительно понизив до уровня Full HD, транслируется без торможений и потерь. В отличие от подобной технологии Screen Mirroring для смартфонов, Wi-Fi позволяет не только зеркалить изображение экрана на беспроводном мониторе, но и как для проводного монитора транслировать изображение только на нем и расширить изображение на оба экрана. Но еще одновременно передавать звук. Ты наблюдаешь? Пока тишина. Не ври, я вижу, как ты поешь. Сейчас меня, сука, запоешь. Благодарю за просмотр. До встречи на канале. Пока. Thank you.